Всем привет! Сегодня мы приехали в город Назарет для того, чтобы посмотреть этот город. Мы здесь не были очень много лет. Лично я не был лет 25. И нам стало интересно, как это все здесь сейчас, как это все выглядит. Тем более сейчас были рождественские праздники, Новый год, Рождество Христово. Надеюсь, мы еще застанем какие-то остатки их и покажем вам. Поехали! Итак, мы находимся возле вот такого вот магазинчика, полного всяких сувениров, всяких антикварных вещиц. Вот, но впереди нас ждет много чего интересного, и поэтому мы лишь пойдем. Да, вот такая вот, вот такой орел. Красивый. Красивый, да, очень красивый. То, пошли. А Виталечка, пойдем. Мы идем по дороге в центральной площади этого места. Бокертов. Бокертов. Утро, все выходят продавцы к своим лавкам. Где? Дед Мороз. О, дедушки Морозы валяются. Ой. После праздников. Нет, они привезли на продажу. Я думаю, они валяются уже пьяные. Пойдем, Мариш. Он шапки весь там наделили. Да, везде Новый год. Вечером это все светится. Сейчас, конечно, утро. Мы зайдем. Вот он, конечно. Вот такое красивое очень место. И мы сейчас в него обязательно зайдем. Вау. Да. Это действительно вау. Маски. Ну кто там не маска? Территория очень большая. Это Дева Мария. Говорят, что в этом месте на Деву Марию сошло прозрение, и где-то здесь она совершила непорочное зачатие. А это тут? Да, впоследствии родился Иисус Христос. Пойдемте. Здесь вот такие вот фрески, которые этому храму подарили разные страны. Вот, допустим, из Филиппин. Это украинская. Вот такая вот икона из Ирака, Андорра, Боливия, вот Назарет, Ватикан, очень все красиво, мозаики. Это Ирландия, Армения, Египет. Это очень большая коллекция, очень интересная, красивая. Индия, со всего мира. Здесь вот такие вот иконы
картины, мозаики, которые подарили этому храму. Красота. Вот с этого угла он тоже смотрится очень красиво и интересно. Да, здесь полно разных стран. Здесь вот такая мозаика, да. Да. Итальянцы подарили вот такую красивую мозаику. Просто шедевр. Смотрится очень красиво. Людей сегодня мало. Это греческая. Здесь чеканка вообще, видишь? А в Австрии сделали именно вот такую икону. Это очень красиво. Да. Очень, да. Она светится на солнце. Такая же солнечная, как наша Виталечка. Ну что, пойдемте зайдем вовнутрь. Вот такие красивые розы растут в этом месте. Очень красиво. Вот здесь вот такие шикарные ворота. Очень красивые. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Надеюсь, что получится что-то снять. Перед нами школа Святого Санты города Назарет. Очень много всяких интересных скульптур. Вот такая вот еще одна скульптура. Пойдемте туда вниз. А там стоянка. Так спокойно вообще, да? Очень приятное место. А это монастырь. Где монастырь? Вот это впереди нас.
Сейчас мы выходим из церкви и попадаем дальше в Назарет. Идем гулять дальше. Туристы начинают прибывать. Сегодня суббота, как раз туристический день. Где-то здесь елка должна быть. А мы идем дальше. Продолжаем наш путь. Вот такой вот рынок. Он еще достаточно новогодний. Много всяких игрушек. Ох, какие красивые игрушки. Итак, мы заходим на рынок Нацерета и будем наслаждаться аутентичностью этого места. Куча всякой одежды. Вообще этот рынок славится на весь север. Лавочки с золотом, всякие куклы, подделки. Марина решила прикупить себе тапочки. Что мне нравится, что пока еще не набежали люди. Aber Leser reach. Мы идем искать кофе. А вон кофе. Алан, алан. Мы нашли красивое место, где есть кофе. Вот такую кафешку мы забрели. Здесь много всяких вкусняшек. Вот так вот они готовят все. Вот это кофе. Они рацы кафе. Кафе шахор. Михаил, бери сука. Кель, бета. Мама.
מה? קפה הכי עצבני שאתה יודע להכיר. בסדר, בסדר. קפה ערבי או כזה? ערבי, ערבי. ערבי פעמיים. בשביל מה רוסי בא לפה? בשביל לשתות קפה ערבי. וואלה, וואלה זה. תודה, תודה. שלום, קטעי, מה? אתה מיקרון? לא. הם רוצים לשבת. לא, זה לא שם פריביץ'. תגיד שלום. שלום. שלום חברים. ביבי, אלא סלאם. שם. Наконец-то мы пришли в нормальное место, где можно попить кафе. Ина. Айва. Это тот кофе, который я хотел с самого утра. Ай. Наконец-то есть кофе. Можно сказать доброе утро. Не кури на камеру. Давай. Авитан. Авитан. Чокайся быстренько. Ну, Авитан не изменяет своим традициям. Вай, вай, вай. За кафе. Это кофе. Да, Микаля? Спасибо, солнышко. Вот такой кафе нам сегодня налили, и мы счастливы. Потому что ради этого кофе можно ехать куда угодно. Сейчас Марине еще принесут всяких сладостей. Или это не сладости? Сладости. И все, и будут все кайфовать. А что такое маклуба? Вон нарисовано там. Это мясо, орехи, я смотрю. А Виталь с Мариной поедают вот такую штуку. Как она называется? Кадаиф. 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 Одна с чем? Одна с орехами, одна с сыром. Покажи. Вот это с орехами, а вторая вот с сыром. Ну, я такого не ем, потому что нахожусь на строгой диете. А девочкам можно. Правильно? Девочки за тебя тоже поели. Девочки за меня тоже поели. Приятного вам аппетита. Самое Сказка. Главное, это вот такой вот божественный кофеек. Бо-бо-бо, Ахи, ты добыр. Где ты была? Ой, почему ты не пришла? Я так скучал, всю ночь не спал, я тебя ждаю. Люблю тебя, как муку с маслом. Хорошего дня, больше здоровья. Коляка, вот. У нас здесь вот такие вот печенюшки продают, кальянчики, все как везде, пошли. Все, что хочешь, все, что хочешь, вау. Здесь вот такие вот лабаны продают, всякие салатики, да. Выглядит очень аппетитно. Здесь сладости, выпечки. Там всяких кофеен. Такое вот красивое место. Здесь и магазин, здесь и кофе можно попить. Ну. Вот такие вот стаканчики. Вай, как красиво, да? Керамика обалденная. Всякие украшения. Ой, посмотри, какие стаканчики под... У нас один есть дома. Посмотри. Ух ты. Ух ты. Класс. Сколько они стоят? Давно я не видел такой красоты. Ой-ой-ой-ой, я же обожаю эти вещи. 25 шекелей на булочку. Ну, пойдем, может, на обратном пути купим. Обязательно. Я... Ой, и с таким... Да. Они еще пахнули, что вы руком.
Нет, здесь красивее. Вот на данный момент, под Новый год, здесь, вернее, после Нового года. Очень красиво. Такие улочки, да? Фантастика. Одно из самых красивых мест, где мы были. Да. Вау, какая лестница. А, это гостиница. Ну да. Dyer Guest House. Гостиничный дом. Здесь вот такой магазинчик. Мазепол. А, греки. Кен, вы так, древняя пещера здесь. Зали ортодоксы? Кен, здесь я. Кен, зали макир. Вау, за маком тов. Кен, есть кнесия, там я холим лебакир. Есть кнесия, гам есть лимата, метахат лядома. Кен. Амшех шама? Амшех шама, есть аэц в кнесия ортодоксы. Кен. А, окей. Ну, а цура. Сейчас мы заходим в древнюю святую пещеру и греческую православную церковь, которая вот отмечает как раз сегодня Рождество Христово. Туда. А, и на Сагурпу. Туда. Так, мы заходим в греческую православную церковь. Надеюсь, нам сюда разрешат зайти. Сейчас мы заходим в пещеру. Ортодоксальная церковь. Да. Он сказал, что у них сегодня праздник. Да. Ну. Слиха, нахме ло лохим дмей книса, раки трума по, бичбила хашмал, и нишамер ала мако. Бесцедер гаму. Вот такая вот здесь древняя пещера. Она больше как музей. Здесь вот такая вот древняя дверь. Вот такие иконы внутри. Не знаю, будет ли вам видно или нет. Алтарь. Марина идет впереди. Не, я туда не поползу. Я туда не поползу. Марина, можно снять? Вот такая вот лампа древняя. Ну, туда мы точно не поползем. Идемте обратно. Виталь, да, впереди пойдет. Здесь еще один вход. Непонятно, куда он ведет. Сейчас мы это выясним. Везде всякие артефакты. Слушай, как камера пыток. Камера пыток.
Ну, в принципе, вот такая вот пещера. Паладина. Да. Что тебя прикрывали? Ну, такие вот здесь всякие продают. Ух ты, красиво. Да, это все иконки. Очень красиво. Да. Слушайте, почему? Вот такие вот здесь улочки. Кафешки. Димуш, я домой. Вон девочка продает. Ой, это мыло. А сейчас мы идем по направлению к елке. И вот она уже практически перед нами. Она очень отличается от всех елок, что мы видели до сих пор. Красивая, большая. Надеюсь, вам ее уже видно, так же, как и мне. Впечатляет. Горит. Это, наверное, вообще нереальная сказка, да? Да. Эта елка покрасивее будет. Эта елка самая красивая из всех, что мы видели в этом году. О, наконец-то мы догнали Новый год. Ух ты. Конечно, с Яфу не сравнится. Вообще не один. Яфу – это пародия на елку. Однозначно. Очень красиво. Вау, какая елка. И само место очень красивое. Вай-вай-вай. Фантастика. Ты меня сфотографируешь, пожалуйста? Новый год не заканчивается. Марина, иди встань, я тебя сфоткаю. Вот здесь, не надо далеко идти. Чтобы я еще что-то видел. Очень красивый звук у колокола, но елка, конечно, шикарная. Здесь еще одна церковь, сейчас мы зайдем сюда. Пойдемте сюда зайдем. Вау, как красиво здесь. Вау. Безумно красивое место. Муж фотографа, жена пошла к другому фотографу, изменщица. Вот такая вот у нас судьба.
Идем через магазин. Вот такие здесь всякие иконки. Так самое. Вот здесь когда-то на этой площади гуляла Дева Мария, встречалась со своими подружками, набирали, пили воду. А мы идем искать, где бы поесть. Здесь есть вот такие вот ресторанчики симпатичные. Наверное, мы что-то здесь найдем и поедим. О, товарищи байкеры приехали. Да. Именно вот в этом месте. А мы здесь пойдем и, наверное, посмотрим, что здесь есть поесть. Идем зайдем, посмотрим. Вот такие вот сосиски нам принесли, их нам очень советовали, так что сейчас мы их будем дегустировать. На вид, конечно, выглядит не очень, но может на вкус это будет совсем по-другому. Вот Мариночка довольная, сейчас будет кушать сосиски. Да. Хочешь овитальчика? Соус вкусный. Вау. Очень вкусно. Сейчас овитальчика. Дадим оценить. Дарим. Да. Все-таки не все, что плохо выглядит, невкусно. Сейчас мы возьмем питу, настоящую, горячую. Вау. Ну, конечно, острая. Это то. Приятного нам аппетита. Вот такую пасту принесли Виталичке. Она с чем у тебя? Пармезан и эти грибы. Пармезан и грибы. Ну, приятного тебе аппетита. Надеюсь, тебе вкусно. Вкусно? Очень. Ну, отлично. Размешай пармезан. Мариночка, тебе вкусно? Безумно. У Марины тоже такие колбаски. Питу мы уже почти закончили, потому что соус, макать питу в соус, это всегда вкусно. Особенно, когда питы такие вкусные и горячие. Продолжаем нашу трапезу. Итак, счет выше. За одну пасту и две сосисок 206 шекелей. Это примерно сколько? Почти 60 долларов. Вот такие в Израиле цены. А мы пошли дальше. Очень много байкеров приехало. Со всей страны сюда едут по субботам люди, потому что все открыто. Очень красиво, очень приятно. Вот полицейский бомжей поймал. Итак, сейчас нам осталось найти нашу машину. Марина, куда нам идти? Как ты думаешь? Туда? Мне кажется, туда. Туда. Итак, как всегда, мы потеряли нашу машину. Пытаемся сейчас дойти и найти ее. А пока мы ее ищем, смотрите, вот такие аутентичные улицы Назарета. В принципе, ничего особенного. Такие же лавки, как везде.
и такие же товары. А может быть туда, Марин? Или сюда? Итак, на сегодня наше путешествие подошло к концу. Мы возвращаемся домой. Назарет оказался очень красивым и гостеприимным городом. Мы как будто догнали еще раз Новый год. Обстановка, атмосфера там именно такая. Всем вам желаю хорошей недели, замечательного настроения. А также не забудьте подписаться, кто этого еще не сделал, на мой канал. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Всем безумно рад. Пока, до новых встреч!